С каждым годом любители поиграть в виртуальный футбол становится все больше. Для молодежи это не просто игра, целая стратегия. У каждого участника турнира своя тактика. К нам очень часто молодежь приходит поиграть именно в футбол, и мы подумали, а почему бы не сделать чемпионат по виртуальному футболу? И вместе с молодежным центром 21 век мы решили собрать ребят и организовать чемпионат по данному виду спорта. Максим Кушнаренко в виртуальный футбол играет 8 лет и даже боролся за звание стать лучшим на отборочном чемпионате края, где занял 4-е место. Мы с ребятами ездили в Краснодар на турниры тоже, такие серьезные отборочные. С разными успехами там выступали, но, в принципе, это было уже интересно, потому что это был как бы реально настоящий серьезный турнир. За приставками кипели совсем не виртуальные страсти. Харлампи Филиппиди на последних минутах матча забил свой победный гол и стал обладателем переходящего кубка. Такой чемпионат будет проходить раз в месяц.